Тарбагатайский район динамично развивается во всех сферах. Поэтапно решаются социальные задачи, среди которых приоритетное направление имеет качество дорожной инфраструктуры. В течение долгого времени проблема дорог беспокоила местных жителей, но теперь она нашла свое решение. Масштабные дорожные работы проходят на участках трасс республиканского областного значения и дорогах, соединяющих села. Логистика и развитая инфраструктура – обязательные факторы, влияющие на социально-экономическое состояние населенного пункта. От них зависит транспортное сообщение сельского округа, его торгово-экономические связи, условия для реализации проектов в сфере строительства и так далее. Этой масштабной целью руководствуется региональная программа «Год дорог», в рамках которой в Восточно-Казахстанской области проводят ремонт и реконструкцию дорожного полотна. В Тарбагатайском районе большое внимание уделили ремонту подъездных путей к селам и внутрипоселковых дорог. На территории района реализуются 3 проекта в рамках программы «Аул ел бесігі» и 4 проекта в рамках программы «Год дорог». Въезд в село Ахмектеп – 1 километр, въезд в село Босша – 3 километра. Также проводится ремонт на улице Сатпаева в селе Жетеарал. Помимо этого, в рамках программы «Аул ел бесігі» проводится ремонт улицы в селе Кабанбай, 2 улиц в селе Манырак и 1 улицы в селе Тогул. В селе Ахжар интенсивно ведут работы по ремонту дорог. В этом году асфальт укладывают на 5 улицах. Местные жители не скрывают радости. Они давно мечтали о комфортной инфраструктуре в своем селе. Была проделана большая работа с тех пор, как наш район отделился и Ахжар стал райцентром. 5 улиц ремонтируются, и большой объем работ уже осуществили. В прошлом году отремонтировали улицу Байжигыт, реконструировали улицу Жамбыла. Мы благодарны всем, кто работает над проектом, чтобы в дальнейшем наше село развивалось и процветало. Кроме того, в рамках года дорог проводятся средние ремонты на участках дороги Ахжар-Шелекте. В следующем году будет отремонтировано 15 километров дорог от села Боша до поворота на село Сары-Уэлинг. Кроме того, завершены средние ремонтные работы на участке между селом Ахжар и трассой Омск-Майкапчагай. Дильнас Мурзагалиева, Анна Мацпула, Мирас Кумаргалиев, Мадияр Кабдеш, Алтай Ахпарат.